Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная Атака 2. 61 уровень у нас. И сюда я возьму, наверное, Волсача. Так, а что у нас тут в магазине есть? Ага, бесплатно. Здесь за 10 монет, а здесь за 50. Здесь за 2 гема. Нет, оу. За 10 гемов 50 карточек Волсача. Давай возьмем 50, а тут 10. Ладно, фиг с ним. Разорите меня, блин. Так, я могу прокачать Волосыча. Сколько там потребуется денег-то для этого? 150 монет. Окей. Так, повышаются параметры. И открывается, наконец, у него второй вид оружия. Противотанковая винтовка. Монстры в шлемах могут раздражать. Снеси шлемы с помощью этого мощного оружия. Против шлемов, да, короче. Идет. Ну что, волосач так волосач, 7 уровня. Погнали. Опасные деньки. А, у меня даже патронов нету на это оружие, кстати. Да, надо не забывать, что когда ребята они крутят различные оружия, различные результаты. Держи палец на экране, чтобы выстрелить несколько раз. Ничего себе. Так, утку. Угу, ага. Давай-ка вот так, наверное, сделаем. Вьетконговцы фиговы. Ну куда вы прете-то, я не могу понять. Бегут они тут довольные. Да, я знаю, что будешь крутить свою парашу эту. Так, бомбим. Сжгем их к ядрине фени. Давай-давай, подходи, подходи, супостат. Ну, сюда. Отлично, так, у нас есть. Ну. Слушай, ну теперь, когда у нас есть две пушки, я думаю, что будет немножко попроще нам проходить. Потому что будет хватать патронов. Единственное, что мне нужно как-то нажать, расставить кнопки на переключение оружия. Потому что вот так вот я запарюсь туда-сюда мелькать. Так, полная, да, свинюшка. Так, что у нас тут? 5% монетки. Пейпер, который может прокачаться. Оу, старый Дед Вэй. Но это не тот, по-моему, Дед Вэй, которого я имею в виду. И там же еще вроде бы будет один вьетконговец. Но все равно приятно, потому что у нас появляется новый персонаж. Прокачать я его не могу. Слушай, по-моему, где-то вот здесь. Надо будет потом на паузу нажать, если есть, и расставить кнопки между переключением оружия. И, кстати, на гранаты тоже нужно будет поставить. Потому что я вот так вот мышкой все время елозить, это не вариант. Так, ну что, давай проверим нашего Вэя на 62-й миссии, да? Надо вспомнить, что там у него. Не лучший вариант я взял, блин, проверять. Совсем не лучший вариант, ребят. Ну да, здесь, скорее всего... Ну-ка, бросай свою бомбу. Вот зачем я ее бросил, вот объясни мне теперь. Да мухи, комары эти все достанут. Естественно, естественно, этот крутит, вертит. Да, Вэй у нас не прокачанный всего. Да, патроны очень быстро еще заканчиваются у нас. Ну, Вэй, блин. Трындец, пока ты. Ну ты че, хламон тут? Все, ребят, патронов не осталось абсолютно. Я успел взять, да, все-таки? А че он вазу, ваза это делает? Не хватит, не хватило, ребята, мне, к сожалению. Надо было догадаться сразу же. Хотя, нет, 9 гемов. Ну, не получается. Зря, зря, конечно, я взял. 5% мы с тобой теряем сразу от бонуса. Ну, хотел как лучше. Так, а у нас Пейпер может прокачаться? Ага, может. Денег нету для ее прокачки. Значит, нам придется опять с тобой брать Волосыча. Но я думаю, что именно им мы пройдем этот уровень. Так, кстати, пауза есть? Есть. Сейчас я поставлю, короче, на гранаты, ребята. И вот здесь вот кнопки. И продолжим. Так, ну что, продолжаем. Все расставил. Как говорится, все должно быть отлично у нас получиться. Так, уточки. Естественно, уточек надо забирать.
Да что, что не так-то? Так, нормуль. Вопрос в другом заключается. Почему у меня не срабатывает кнопка со взрывчаткой? С гранатами, объясни мне. Что я не так сделал? Что-то как-то непонятно. Должно было, по идее, сработать. Но оно не срабатывает. Ладно, потом переставим чуть-чуть попозже. Тут, видишь, главное, чтобы патронов мне хватило. А их не хватило. Да ты серьезно, что ли? Ну ты представь, на одного не хватило. И все-таки непонятно, почему здесь вот не срабатывает. Надо, ребята, заменить кнопочку. Так, поменял. Ну что, пускай, наверное, нас добивает. Не, он так будет 30 лет. Выходим. Блин, Волосач, в чем проблема, я не могу понять. Ты же должен был здесь, просто должен, обязан был выиграть. Но почему-то не пошло у нас. Ладно. Может быть, конечно, то, что я очень много трачу не туда, куда надо. Так, ну поехали. Вот, типа того. Да почему у них гранаты не срабатывают, я не могу понять. Я опять, ребята, на комаров переключаюсь. Комары нам, в принципе, как бы вообще беспонтово их бомбить. Твою налево. Так, куда ты полетел? О, так у нас уже закончились. Все, опять беда какая-то. Ребят, опять беда. Сгорят они, как ты думаешь? Сгорели. Только таким чудом мы с тобой смогли пройти этот уровень. Да, почему-то кнопки не переключаются. В чем проблема, не могу понять. Странно. Ну ладно, главное, прошли очень много попыток. Предприняли. Так, 5% свои вернули. 12 монет плюс дядька Волосач и Пейпер. Нам, опять же, не хватает пока, да, финансов для того, чтобы прокачать Пейпер. Здесь, как ты видишь, энергия закончилась. Давай-ка, наверное, за Джо поиграем. За нашего Джо. Кровососы. Это сложный уровень. Так, уточка. Вот вьетнамцы, а. Блин, действительно, что ли, сложный уровень? Ну-ка, на. Так, 24 патрона всего лишь. Так, мы раньше, по-моему, если не ошибаюсь, не бомбили с тобой не комаров, а вот этих. Пускай они плывут, короче. Не буду я их трогать. Пока. Со здоровьем вроде бы нормульсе. Давай вот так вот закидывать. Потихонечку. Так, сколько? 17 патронов, да? 17. Окей. То, что они мне дают монетку, это, ребята, все фигня. Поверь мне. Естественно, тут нужны патроны. О-о-о-о, это вот уже критично, ребята. Мы можем сейчас сфейлиться. Твою налево. Сфейлился. Выйти, выйти, конечно. Слишком много переборщил я, короче, с этим, с атакой. Думал, сейчас они, ну, поуничтожают мой домик, и все будет хорошо. Ладно, давай возьмем с тобой тогда вот этого соседа. Он у нас на заморозках работает. Может быть, с ним как-то получится. Но опять же, у него мало патронов. Тут еще написали сложный уровень. Ну, нормуль. С этими саркибузами достали, а.
комаров не трогаем. Пока. Так, у меня есть капканы. Давай еще сюда закинем. 20 патронов у меня осталось. Сюда. Вот пока он не оглушенный, эти крокодилы, их вообще зашибись валить. Но это когда они оглушенные. Давай, 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 давай. Сколько там? 12 патронов? Трындец, блин, на каждого вот так вот тратится. Да утку, блин, не успел. Ну вот и все, вот и приплыли. Не, ну это слишком, ребят. Как по мне, вот как тебе кажется, да? Это, по-моему, вообще перебор лютый. Все, патроны кончаются просто на раз-два. Я ничего не успеваю сделать. Я даже не знаю, что делать теперь. Этот тоже не справляется. Фрости вряд ли у нас справится. Пейпер. Давай попробуем за нее. Ну, насколько я помню, ребята, у нее очень быстро заканчиваются тосты. Она поджигает, да, не спорю. Но уровень сложный, блин. У нас тут хотя бы хамелеончик есть. Пускай помогает нам. Как-то дамага не очень много мы наносим почему-то, ребят. Блин, я еще цель свою теряю, эту мышку, блин. Ты посмотри, просто улетает со скоростью света. И здоровье наше улетает со скоростью света. И, по-моему, сейчас мы доиграемся здесь. Да вы серьезно, блин, вы издеваетесь, что ли, надо мной? Я не понимаю, блин. Как тут вообще можно проходить вот это все? Трэш. Просто усложнили до охренения игру, блин. Сложный уровень. Ничего теперь, блин, сложный. Это значит, не пройти его, что ли, теперь никогда, блин. Хорош издеваться, блин. Залютовали совсем, блин. Вы имеете хоть какой-то, я не знаю, там, как баланс какой-то, блин. Ну что это за дела такие, блин? Нет, тут пока не надо этого ничего делать. Так, поехали, короче, у нас тут лимонок дофигища. Ну, нафиг мне вот ваша вот эта вот монетка, которую вы мне подсуете. Вот объясните мне. Она мне нафиг не нужна, и даром, блин. Подкидывают они мне ее. Да сгори ты уже, упырь. Ну, и что, 3 патрона у меня осталось. Вот как вот я. Как вот я должен, блин, 3 патрона. Что-то они, по-моему, ребят, переборщили, мне кажется, блин, с этим, с уровнем сложности. Ну, это вообще труба какая-то. Вэя брать бесполезно. Это вот бесполезно. Может быть, Фрости поможет здесь. Сомневаюсь, конечно. Что он вообще нам поможет. Может быть, мелких крокодилов пока не трогать, а? Что скажешь? Блин, тут у нас же нету нашего тритончика, который от комаров меня будет защищать, да? Да нате вам гранату, вы достали уже. Ну? Давай, давай, наяривай.
Давай, давай, бомби по ним. По этим гаденышам, по всем. О, а у нас со здоровьем-то беда. Москиты, короче, уничтожили меня. Трэш. Вроде все хорошо получалось, и москиты меня убили. Я даже в шоке, ребят. Я не знаю, что делать. Ну давай ты перезаряжай это быстрее. Какой ты, блин, медлительный, а. И на каждого москита еще нужно отвлекаться. Короче, пускай они летят. Достали уже. Так, москиты пока тебе глушу, но надо их бомбить. Можешь как-то вот быстрее, что ли, это все переключать, я не знаю. Опять беда со здоровьем, да? Все, сейчас. Хреноплюй, вонючий, а. Все, он неплох, неплох, ребята, но. Долбанные кнопки не переключаются. Мне приходится на них отвлекаться. Понимаешь, просто переключаться приходится. А это отвлекает, это время тратится. Ну. Окей. Давай, давай, обжаривай. Так. Ну давай, 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 давай. Прошиваем. Поехали. Прям туда в кучу в эту. Да, да, да. Ну. Теперь гранаты. Что, опять по хпшкам не дотянем, да? Скорее всего, ребят. Скорее всего, по хп не потянем. Ты видишь, что они тут вытворяют. Вылетел сморчок, плевок один сделал, все, и нам крышка, блин. Вот так вот Фрусти, ребята, и проигрывает. У Волсыча энергии нету. Сварной Джо. Ну что, за Джо погнали. Уровень сложности офигенный, блин. Ну ведь еще раз говорю, ребят, ну не настолько же охрененным должен быть, чтобы, блин, ну не пройти просто-напросто. Это перебор, это просто перебор. Понимаешь, что там какой-то должен быть баланс или что-нибудь в этом роде. А тут его вообще нету. Патронов минимум. Как я тебе должен тут... Не знаю. Еще за утками за этими надо успевать, блин. Видишь, эти утки, постоянно они. Ну, смотри, 19 патронов. Десять патронов мне утки не дают. Просто не дают. Они дают мне монету. Нафиг мне их не монету, вот скажи мне, на милость. Ну вот, дал патрончиков хоть. Джо, пожалуйста, хоть ты, блин, не подведи меня, а. Давай, последний. Эть. Хватит, хватило. Вот теперь, ну, смотри, сколько мы с тобой попыток сделали для того, чтобы пройти этот уровень. Трэш. Я офигею просто. Сундук они мне дали. Ага. Так, волосач и пейпер.
Ладно, перешли мы с тобой на 63 уровень. Подожди, какой 63? Какой, блин, 63? 63 мы только что проходили. 64. Так, ну что, да здравствует дождь. Да какого фига он здравствует-то? Мне лично он вообще не нужен, этот дождь ваш. Даром даже. Этот же кузен Рой хотя бы мог бы, блин, не знаю, динамит подбирать, что ли. В помощь, да? Что ему стоит-то? Язычков своим там лизнуть, блин, разочек. Фух. Так, кто там у нас? Ползу, да? Уточки эти. Ну вот нафиг мне вот эта вот их не монет, которую они дают. Нет толку, вообще ноль. А, это последний, да? Это последний. Есть, ну тут прошли. Тут легко, блин, ну по сравнению с тем уровнем, который был, это, конечно, трэш. Ну вот нафиг мне эти монетки, что мне от них толку, от ваших монеток? Так, давай, поехали. Так, 10 тут монет, тут у нас сварной и опять же волосач. Все равно этого мало. 65 уровень. Блин, а там будет скоро еще эти яйца защитить куриные. Так, Уэй. Давай, наверное, соседа возьмем с тобой. Сыграем за него. Сезон дождей. Как я ненавижу всякие сезоны дождей. Ну. Вот за каждого гаденыша вот так вот и приходится делать. Эти москиты веселые. Ну а ты-то куда, скунс, бежишь? Уточку, уточку. Главное тут уточки, ребят, не пропускать. Пропускаешь утки и, соответственно, теряешь патроны. Теряешь патроны. Уже все, ребят, уже приплыли. Уже патронов нету. Ну и как вот ты прикажешь мне играть здесь, если я ничего толком не успел, а у меня уже патроны кончились. Угу. И опять же минус бонус 5%. Пейпер. Так, мы, кстати, ее же можем прокачать, насколько я понимаю. Так, что-нибудь у тебя... Ничего не открылось, к сожалению, новенького. Попробуем сыграть за пейпер здесь. Погнали, сезон дождей, блин. Ну, горите ушлепки в аду. Давай, давай, этих поджигай. Не успел начать играть, уже, ребята, патронов почти нету. Дают мне вот эту вот аптечку. Нафиг она мне, ваша аптечка, здесь нужна? На ранней стадии, вот объясни. Вообще никакого толку от нее нету. Пейпер, давай, жги их. Что там у нас? 21 патрон. 21 патрон, блин. Точнее, тост. 21 тост, скажем так. Ну. И все, ребят, я остался без всего. А тут враги еще идут. Ну, вообще логики нету. Утки? Где, блин, утки, я спрашиваю? Вот где эти утки, когда они, блин, нужны? Да нету их просто-напросто. Вот и все, ребят. Ни одной уточки тебе не подкинут. И не хватило уничтожить просто двоих. Двоих вот этих вот охламонов, которые там бегают. Проклятый сезон дождей. Ну давай ты уже жги их всех-то, ёпрасы-то, ну, пейпер мы. Что я должен... Прям каждый, блин, патрончик, что ли, тут, как тебе сказать, в дело, да? Ну, тосты, тосты дали. Так, забрасываем.
Так, этот, я надеюсь, сгорит. Этот тоже. Меня эти москиты уже напрягают. Опять я утку пропустил только что. Утку пропустил. Так, этот сгорит. Этот тоже должен сгореть. Так, утку забрали. Сразу швыряем. 7. 7 патронов, ребят. Все, по нолям. Знакомая картина. Но ведь было же это вот в прошлом бою. Вот то же самое было. Не знаю. Просто вот без понятия, как здесь нужно побеждать. Я боюсь дальше представить даже, что там будет. Какой трэш начнется. Да вы заколебали, а. Утку пропустил, да? Опять я пропустил, блин, утку. Ну давай ты сдохни уже. Плешивый скунс идет. Так, сколько? 12? 12 патронов, ребят. 12. О, забрасываем. Вот мне их не аптечка нужна, думаешь? Вот что они мне ее подсовывают? Да нет, конечно. И даром, блин, не нужна вот мне их не аптечка вот эта вот. Смотри. Давай сделаем так. И вот так. И этого добьем уже. Все, вот только вот таким вот образом. Ну это опять же волосач, он всегда был крутым. Прошли. С горем, блин, пополам, но прошли. 65 уровень. Так, Way и Paper. Но Way на прокачку еще не готов идти, да? А теперь защита куриц у нас. Так, что у нас тут хотят показать? А, подожди. Уровень. Хе-хе-хе, смеется он еще. Хе-хе-хе. Так, нет, Вэй не пойдет на защиту куриц. Там нужен, по идее, нужен там волосач. Ну, давай сварным. Ну, это... Сварным это, конечно, полный бред. Будем тянуть время. Тогда уж. Как мы обычно это любим делать. Давай, пуляй. Отлично. Но. Куда ты лезешь? Да не слишком ли много-то вас тут понавлазило, эй. Ух. Слушай, они сейчас всех куриц меня поуничтожают. Как там еще ждать по времени-то? Где время? Где тайминг у нас? Блин, патроны кончились. Думаю, что за дела-то? Ох, зря я это, наверное, сделал. Да где последняя волна, блин? Курицу сейчас съедят. Все, ребята, сожрали ее. Защити куриц, тут же, по-моему... защити куриц, это же не то, чтобы продержаться 60 секунд. Вот это я ступил, ребята. 60 секунд я попутал, где нужно прождать время. Тут нужно защитить куриц. Это совсем другое. Точно. Это совсем другое. И прикинь, ему дают всего 18 патронов. Всего 18 патронов ему дают. Ну вот, как хочешь, так вот и играй с 18 патронами. На что они рассчитывают здесь? Что я буду каждый патрончик? Ну, приблизительно на это они, наверное, и рассчитывают, да? Ну... Так вот сделаем.
Вот смотри, смотри внимательно. Сколько у меня осталось патронов? Фух. Тютелька в тютельку, патрон в патрон называется, ё-моё, ребята. Это из-за расчета того, что я действовал очень-очень аккуратно, и каждый патрончик практически попадал в этот, во врага. Жесть, жестоко, конечно. Так, опять Уэй, опять Джо, и два кристалла мне дали. Ну что же, скоро, кстати, новый враг у нас появится здесь. Я этому очень, блин, рад, прям нет слов. Прочь с дороги. За этими уточками еще нужно постоянно контролировать, смотреть, ребята, потому что если бы они еще бы все бы мне давали бы патроны, так ведь нет же. Оглушаем. Да что ты? Вот смотри, три патрона осталось у меня всего лишь. Три. Раз, а на этого не хватило. А на этого не хватило. Ты вот представляешь, вот так вот из одного противника нам приходится с тобой выходить и просто сливаться. Это слив называется. О, волосач. Ну, для волосача слишком... Вот давай вот это попробуем. Пополнить сердечко. Не надо мне ничего пополнять. Просто пошли в бой. 67 уровень. Это для тебя. Будешь со своим гранатометом, подствольником своим бомбить. Ну. Так, утки, утки, утки. Поджигай там этих гаденышей всех. Отлично. Прекрасненько. 52 патрона осталось. Допустим. Сколько там? 42, да? Ну, вот здесь вот, как ни странно, мы прошли. Почему-то без проблем, блин. Фиг знает, как здесь понимать. Там тяжело, здесь вообще на изи. Ладушки, сейчас у нас появится еще один новый противник, который будет нам доставлять очень большие хлопоты. Так, 12 монет, сварщик и Фрости. Так, а кто это там у нас? Это слизень, что ли? Не помню, если честно, ребята, кто это такой. Но сейчас мы увидим. По-моему, это слизни. Мир жесток. А, Тритон. А в чем проблема Тритона? Да у Тритона-то, в принципе, проблем нету. Проблемы будут у меня сейчас, по ходу дела. Да? Жгем. Горите все ушлепки. Очень быстро у нас с тобой счет здоровья тут уменьшается. Очень быстро. Вы сгорите сегодня или нет, а? Правильно, вот так вот пускай горят там. Эй-э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 й. Фига. Прикинь, распетрушили. Подошли к моей просто базе, к моему домику, и просто его расфигачили к чертям собачьим. Но это не в тритонах, ребята, проблема. Это проблема в том, что у нас очень мало дамага. Вот что я тебе хочу сказать. Очень мало дамага и... Ну, Джо, как ты видишь, посерьезнее будет. Ну, патронов опять же мало, ребят. Опять же эти хламоны тут крутят, вертят. Крокодилов, конечно, хорошо бомбить, когда они именно оглушенные. Они не перестают крутить свою эту фигню. И, соответственно, весь дамаг они получают. Да вы отдуплитесь сегодня или нет?
Да вы достали так близко подходить к моему домику. Домик на болоте. Джо, ты бы, блин, выбрал какой-нибудь, я не знаю, другой домик, блин. Че на болото-то поставил его? Плот, захотел поплавать, е-мое. Понятное дело, почему эти хламоны так взбесились на тебе. Ты их стал просто раздражать своим домиком. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Ну? Давай, давай, у нас 6 патронов всего лишь. И добивка. Все, прям вот, прям подчистую. Насухо, ребята, все потратил. Насухо. Да, с этими тритонами хапнем еще горе. 68 уровень. Так, волосач, тормоз Джо. Ну что, на 69 переходим, да? А тут у нас уже будет наградушка. Так, у Джо нету энергии. Так, Вейс сосунок. Фрости, ну давай за Фрости попробуем. Может быть. Очередной день на болоте. Блин. Так, муха. Во вьетнамской шляпе. Ну-ка, давай. На. Давай ты бомби, господи. Да я же переключил. Я уже давно переключил, он все равно, ребят, бомбит. Ёк-макарёк, а. Ты посмотри, что делает. Прикинь, меня сейчас просто расстреляют. Да, у Фрости нету этого, как тебе сказать, такого вот... Во, волосач. У него нету разлета патронов, он чисто, значит, цельно стреляет. У Джо у него массовый захват. Так же, как, в принципе, и у волосача. Поэтому он стреляет в одну цель, но поражает сразу несколько. И вот в этом большой плюс, конечно же. Но вот против этих крокодилов все равно, ребята, это бесполезно. Которые имеют защиту. Вот, вон он, вон он. Так, где там граната? Да что ж вы такие-то тугие, а? Что, все, что ли, закончилось у меня? Нет, не закончилось. Вот так вот будут знать свое место плешивые крысы. Так. Да сдохнет эта муха или нет, блин? Погнали, закидываем. Они бросают нас, ну и мы тоже будем с тобой закидывать. Сколько там? 15 патронов должно нам хватить. В принципе, да? Наверное. Надеюсь на это. Уже начал там пиликать на скрипке. Есть. Здоровье. Ты посмотри, сколько у нас осталось. Минимум. Фух. Эта игра просто играет на моих нервах, ребят. Я играю в игру, а она играет на моих нервах. Так. 12 монет. Вэй. Прокачаться, кстати, может Вэйчик у нас. И... один кристалл, молодцы. Очень много дали кристаллов. Ну, надеюсь, здесь что-нибудь полезное выпадет. Так, пейпер. Волосач, Фрости. И 6 гемов. Ну, уже поприличнее. Так, 70 уровень, ребята. Мы с вами до него дошли. Я хочу посмотреть, что у нас там по семье происходит. В семье. А только вы, да, можем с тобой прокачать. И получает он только лишь 3 уровень. Все, друзья мои, только лишь 3 уровень. Так, я предлагаю пока на этом закончить серию, друзья мои. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.